Всем привет, с вами Интернет и Деньги. В этом ролике я вам расскажу, как можно принять участие в IDO Web3 на бирже Bybit. Я думаю, что многие уже знают, но видео для тех, кто не знает, думаю, будет полезным. Сейчас уже проходит сразу два IDO. Вот я сделал у себя в Телеграме пост, поэтому советую сюда подписаться, чтобы не пропускать вот такую нужную и полезную информацию. Итак, что у нас по IDO-шкам? Во-первых, одно будет на сети Solana. Для этого вам нужно будет держать 0.1 Solana на балансе кошелька Web3 на Bybit и плюс еще 300 USDT. Период снимков с 25 по 28 марта, сегодня 22, поэтому время у вас еще есть. И второе IDO это Gaimin, но на сети Binance Smart Chain. Там вам нужно держать 250 USDT и 0.1 BNB на балансе. Период с 23 по 26 марта, сегодня 22, если успею сегодня ролик выложить, так что вы успеваете и на это IDO. Можете выбрать какое-то одно, можете сразу в двух участвовать, если сумма позволяет. И, конечно же, если даже вы уже смотрите ролик после этих чисел, что эти IDO-шки уже прошли, оно все равно будет актуальным, потому что когда будут следующие IDO, вы все равно сможете участвовать по этой инструкции. Итак, давайте посмотрим, что же вам нужно будет делать. Во-первых, вам понадобится аккаунт на бирже Bybit, и плюс здесь нужно будет пройти верификацию. Если аккаунта еще нет у вас на Bybit, я ссылку оставлю в описании. Далее, когда вы уже прошли регистрацию и верификацию, вот здесь, где Web3, вам нужно нажать на Bybit Wallet. Вы переходите на Bybit Wallet, вам предложат здесь создать кошелек, он создается буквально в два клика, либо если вот здесь сразу вам ничего не предложит, то вы вот где получите, нажимаете IDO, смотрите, какое IDO проходит, какое сейчас актуально, нажимаете подробнее, и вот здесь, где у меня кнопка подписаться на IDO, у вас будет кнопка создать кошелек Web3. Вы нажимаете и буквально в два клика создаете этот кошелек. Все, на этом, в принципе, вы кошелек создали, далее вы можете уже подписываться на IDO. После того, как вы, конечно же, создали кошелек, нажимаете вот эту кнопку «Подписаться на IDO», она будет здесь же. Далее вам необходимо пополнить баланс. Как это сделать? Можно это сделать двумя способами. Например, если вы будете пополнять с какого-то внешнего кошелька или с другой биржи, то вот здесь, где Bybit Wallet, нажимаете. Далее переходите вот сюда. Если IDO на Binance Smart Chain, то вот тут выбираете Binance Smart Chain, если, к примеру, на Solana, выбираете Solana, ну и здесь есть другие сети. В общем, на какой сети, на ту и нажимаете, и далее уже пополняете. В данном случае я вам покажу на примере BNB Chain. Вот BNB, вы нажимаете сюда «Внести», вам открывается кошелек, и на этот кошелек вы переводите BNB. То же самое с USDT, нажимаете «Внести», открывается кошелек и пополняете здесь USDT. Если же в том случае, что у вас на бирже Bybit есть USDT-шки, то можно пополнять другим способом. Но сразу скажу, что эти USDT должны у вас быть на балансе финансирования. То же самое, опять же, заходите в IDO. Вот, к примеру, вот это IDO на Binance Smart Chain. Нажимаете «Подробнее», здесь вы уже подписались, и у вас будет вот такая кнопочка «Аккаунт финансирования Bybit», то есть, чтобы пополнить с этого аккаунта, вы на нее нажимаете. И далее здесь вот просто переводите, вот здесь вот выбираете вид сети, вводите сумму и нажимаете перевести. Все, таким образом вы пополняете USDT, и в принципе, если у вас есть BNB, к примеру, на Bybit, на финансировании, то точно так же вот здесь просто вы выбираете валюту. Так, сейчас я уже нажать не могу, потому что я выбрал, и переводите сюда BNB. Как видим, все очень просто. Плюс вот здесь у вас будет кнопочка «Снимки баланса моих активов». Вы на нее нажимаете, и здесь видно, подходит ваш аккаунт или нет. Вот у меня видно, что на данный момент ваш баланс кошелька соответствует требованиям к активам, потому что я уже пополнил на 250 USDT и 0.1 BNB. Всегда пополняйте чуть-чуть больше, так на всякий случай, чтобы при комиссии, да, сумма не была меньше. Хотя, когда вы переводите с финансирования, то, к примеру, с Bybit, то комиссия берется оттуда. Сюда приходит просто ровная сумма. Все, вы пополнили. Далее смотрите по датам, когда подписка, когда будут делаться снимки, об этом я уже рассказал. Здесь также чуть ниже все это можно посмотреть. Потом, когда будет розыгрыш, в это время вы заходите вот сюда и смотрите, выиграл ваш билет или нет. Если он выиграл, то вы в нужное время, здесь оно также будет написано, просто сюда заходите, выкупаете аллокацию, после чего заходите вот сюда, опять же таки, на Bybit Wallet,
Здесь в поиске вбиваете тот токен, по которому было IDO, находите этот токен, нажимаете «Вывести» и просто переводите его на аккаунт Bybit финансирования. И там уже можете перевести на спот, продать, либо перевести на какой-то другой кошелек, либо другую биржу. Конечно же, этот токен можно обменять и прямо здесь внутри Web3 кошелька, где торговать, есть там обменный мост, но... Насколько я знаю, то более выгодно продавать, точнее переводить на уже биржу саму и там продавать, потому что там курс обычно лучше. Далее, смотрите, что еще по IDO. Давайте опять же сюда вернемся. И нажимаете подробнее, давайте по условиям. К примеру, вот это Gaimin на Binance Smart Chain. Здесь видна общая сумма, в данном случае это 40 тысяч долларов. Общая эмиссия токенов, далее сколько будет выигрышных тикетов. Здесь, кстати, не так уж много, 200 тикетов. Попасть в аллокацию будет, в принципе, сложно, но, как говорится, можно. Тем более, если у кого-то есть фермы аккаунтов на Bybit, то у вас шансов больше. Хотя я знаю, что было много случаев, кто-то загонял там по 50 аккаунтов и ни одного тикета не выигрывал. Кто-то там заходил с одного и попадал в аллокацию. Так что это как бы рандом, и здесь все делается на удачу. Здесь видно, сколько всего участников. То есть, смотрите, 200 тикетов, а участников почти 42 тысячи, как я и говорил. Шансов не так уж много, но все-таки попробовать стоит, потому что, в принципе, здесь вы ничего не теряете. Далее, тут ниже можно посмотреть, когда будет период подписки по датам, что нужно. Период снимка балансов, период раздачи и период получения. То есть, здесь полностью все условия вы можете почитать о данном IDO, в которое вы входите. Плюс здесь можно зарабатывать дополнительные тикеты. Вот, пригласить друзей на Bybit, накопить чистый депозит на своем аккаунте и так далее. В общем, есть дополнительные задания. Их можно делать, можно нет, это в принципе как бы не обязательно. Теперь давайте перейдем ко второму, потому что там уже шансы немножко побольше. BitBravel, он на Solana, как я ранее говорил. Здесь общая сумма выигрыша 100 тысяч USDT, общая эмиссия токенов вот такая. И тут уже выигрышных тикетов 1000, то есть там 200, здесь 1000, шансов выиграть намного больше, ну и соответственно аллокация поменьше, потому что там аллокация будет 200 долларов, выкуп, а здесь на 100 долларов. И участников здесь пока что 18 тысяч, почти 19, но конечно же пока эта идешка будет, здесь количество увеличится. Ну и здесь то же самое, просто смотрите все правила, даты и... Поэтому уже ориентируйтесь. Здесь то же самое. Подписывайтесь, точно так же пополняете. Да, кстати, если вы хотите брать участие в обоих, например, на Binance Smart Chain вы деньги закинули, то вот здесь уже на Solana нужно закидывать отдельно. Опять же таки вы либо тут нажмете кнопочку «Перевести с аккаунта финансирования», либо опять же таки переходите вот сюда в кошелек, тут уже переходите вот тут на Solana. И тут точно так же нажимаете «Внести», копируете кошелек, вносите Solana и так точно так же вносите USDT. Потому что здесь уже сумма должна быть на Solana. Одной суммой в двух IDO поучаствовать не получится, потому что они, в принципе, получаются одновременно. Если отдельно, то, в принципе, да, одну сумму можете перевести там на другую сеть и так далее. В принципе, ребят, на этом все. Вот такая вот, как по мне, простая инструкция. Как видим, ничего сложного нет. Но заработать здесь можно очень хорошо, если вы попадаете в аллокацию, потому что, во-первых, здесь минусовых IDO-шек пока что не было, все давали иксы, и причем много иксов. Давайте, кстати, перейдем на IDO и посмотрим прошлые проекты, вот завершенные проекты. Смотрите, какие проекты. Вот крайний проект дал почти 6000%, вот почти 2000%, вот смотрите, какие проценты. Загрузим еще, вот 900%, 732%, 200%, 1100%, 716%, то есть очень-очень много процентов. Как видим, здесь, если вы попадаете в аллокации, то можно очень круто заработать. Поэтому не пропускайте такой шанс. Вот такая была инструкция, надеюсь, вам было интересно и полезно. Если это так, то, конечно же, ставим этому видео лайк и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Всем удачи и до новых встреч!